Больше Грише не нужны электронные, давай. Начинается тренировка. Какой там электронный замок? О. А, он включил, да. Все теперь. Да. О, медленно поехала. Потом все быстрее и быстрее. Девушка на другой снаряд пойдет. Вот как девушка выглядит. Как девушка оборвается. Да, да, быстрее, быстрее все. Ладно, ты умеешь тренироваться. Вот как выглядит девушка. Дедушка. Девушка пойдет вот на тот тренажер, руки потренирует и будет одновременно следить за Гришей. Как он здесь на тренировке. Да, просто идешь, можно бежать. Значит, остальные ребята не пошли. Они не захотели. Гриша сходил к Ире, попросил разрешения, мы с ним пошли на тренировку. Ура, вперед!